Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Asus ROG Phone 5 включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел батарея, затем в раздел экран, затем диспетчер значков строки состояния и находим здесь батарея. Включаем ее и видим теперь нашу батарейку вместе с процентом заряда в процентах здесь в строке состояния. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!